Праздник «День энергетика» отметили на одном из старейших предприятий округа – на Ринмарской электростанции. За успехи в работе, высокие производственные показатели передовикам производства были вручены благодарственные письма главы региона Игоря Кошина. Слово Ирине Цепитовой. Ни для кого не секрет, что успех любого предприятия зависит от его работников. Так и Наринмарская электростанция за 55 лет своего развития из маломощной дизельной станции превратилась в крупное современное предприятие, удовлетворяющее потребностям стремительно развивающегося заполярного региона, благодаря его главному ресурсу – энергетикам. Сегодня на электростанции трудится более 160 человек. Безусловно, основной упор всей деятельности предприятия – это все-таки умение, опыт коллектива. Без этого никакого производства, в принципе, да, и эксплуатации невозможно. Поэтому основной упор, конечно, мы ставим на персонал. Мне действительно нравится это предприятие, очень сплоченный, дружный коллектив. И самое главное, цели и задачи предприятия, они очень достойные. Бесперебойное снабжение электрической энергии – главная задача предприятия. Сегодня оно полностью обеспечивает потребителей города Нарьинмара, поселка Искатели, села Тельвиска и поселка Красное. За последние годы электростанция не переставала модернизироваться. Новое оборудование, технологии и, конечно, постоянное обучение персонала. Безусловно, электростанция – одно из наиболее перспективных предприятий. То есть без каких-то других объектов или производств город жить может. Без электроэнергии ни одно производство ничего жить, скажем так, не можем. Скорее всего, это очень большой потенциал у предприятия и очень, скажем так, большие перспективы. В честь профессионального праздника передовикам производства вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства предприятия и администрации округа. Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».